Начался Успенский пост янтарным медовым спасом. В воскресенье 14 августа в храмах Ивантеевки прошли водосвятные молебны. Также состоялось освящение меда. Центр Успенского поста – праздник Преображения Господня, который православные отмечают в эту пятницу, 19 августа. После утренней божественной литургии в городских церквях пройдет освящение плодов, в первую очередь яблок. По поверью, до праздника Преображения Господня нельзя вкушать яблоки нового урожая женщинам, потерявшим своих детей. Успенский пост – единственный посвященный Богородице и почти такой же строгий, как и Великий пост. Строгий, но сладкий, как и жизнь достойных людей, верующих православных христиан после смерти. Лишь в праздник Преображения и в праздник Успения Богородицы можно кушать рыбу. А завершает август 29 числа ореховый или хлебный спас.